Сенаторы Совета Федерации от Крыма Ольга Кавитиди и Сергей Цеков предложили запретить использование в рекламе любых символов, отличных от кириллицы. Поэтому под запрет в России в публичных объявлениях могут попасть теперь и такие маргинальные символы, как буква Z и V. Кавитиди, конечно, пытался объяснить, что указанные символы не попадают под поднятие рекламы. Однако это не так. Указанные буквы можно увидеть и в различной социальной рекламе, а также на плакатах с предложениями вступить в ЧВК. Возможно, даже придется регистрировать Z и V как фирменные наименования или товарные знаки.